Представители сразу трех областных структур приняли участие в выездной профилактической акции на базе оздоровительного лагеря «Волна» Кобринского района. Сотрудники МЧС, УВД, а также Следственного комитета Брещины пообщались с ребятами, отдыхающими в данном учреждении, и ответили на интересующие вопросы. При работе с детьми мы делаем, конечно же, большой упор на то, чтобы в сознаниях детских умов отложились те действия, которые необходимо знать в чрезвычайной ситуации. Это, конечно же, и телефон службы спасения 101, это и действия при пожаре, и действия при различных тех сложных ситуациях, в которые может попасть ребенок непосредственно в летний период времени. Сотрудники МЧС, Следственного комитета, милиции, приезжая в лагеря, рассказывают детям о элементарных правилах безопасного поведения. Дети остались без родителей, на отдыхе, прекрасная погода, отличные условия. Они практически уже взрослые становятся. И еще раз мы им напоминаем и вручаем билет «Безопасную жизнь», рассказывая, если случилась беда, что необходимо сделать. Сегодня, благодаря такой совместной работе, мы имеем положительные результаты. В настоящее время на территории Брестской области снижено количество несовершеннолетних детей, которые по уголовным делам проходят как потерпевшие. В этом году мы впервые присоединились к акции МЧС «Каникулы без дыма и огня». Так как действительно в силу нашей специфики работы мы сталкиваемся с участившимися случаями детского травматизма и хотим принять участие в их профилактике. Ребята признаются, мероприятие оказалось полезным и увлекательным. Специалисты не только рассказали о своей работе и об алгоритме действий при возникновении внештатной ситуации, но и продемонстрировали на практике, как работает спасательная техника. Да, конечно, мне понравилось это. Я впервые вижу так близко это действо. Это очень захватывающе. То есть впечатление доставило. Мне было интересно, потому что показали много нового, как себя вести при пожаре. Я хочу, чтобы все были осторожными с огнем, чтобы не баловались, как маленькие дети, потому что это серьезно. В течение лета в рамках инициативы специалисты планируют посетить все лагеря области. На территории Брещины расположены более 20 таких учреждений. Организаторы акции уверены, данная форма работы с подрастающим поколением приносит результат. Информация, которую ребята получают в ходе игр, викторин и просмотра обучающих фильмов, лучше запоминается и, как следствие, сможет принести большую пользу при возникновении чрезвычайной ситуации.